Идем в терминал 21, торговый центр. Короткое видео. Такая парковочка. Мы подходим к торговому центру. Вот такие тут пара самолетов стоят. И есть как трап, вот телескопический трап. Это вход в сам ТЦ. Очень необычно сделано. Очень красиво. О, собаку на ленте оставили. О, тут еще ярмарка какая-то прям внутри торгового центра. Микромакаруни. А что мы можем здесь купить? Папа? А, рыбка. Да ну никак так-то. Такая огромная Эйфелевая башня. Красивая. Тут есть каток. Да ладно. Мега размер. 3×3 квадратных метра. Париж. Мотоэтаж. Почему мотоэтаж? А, ну сюда, может быть. Все для серфа, доски. Друзья, мы в Италии. О, Джульет, я люблю тебя. Терминал Верона. Ребятки охраняют банкомат. ДНС. Менты Формулы-1. Друзья, мы едем в Токио. Еще кусок Италии, Пизанская башня. Теперь Токио. Хатика, что ли? Это ребята устроились. Едем в Сан-Франциско. Цены доступны. Пустуют заведения многие, на самом деле. Туристов нет. Проходим мимо некоторых, там вообще ни одного туриста. Друзья, кто знает, кто это? Архимед с грузиком? Или кто? Другой мужик бородатый какой-то волосатый. Или Иисус Христос?
некоторые заведения просто так не пройдешь. Нужно записываться, показывать QR-код, температуру. Ну что, друзья, мы в Голливуде! Друзья, смотрите, как тут индивидуально запечатано. Каждая тарелочка, так во всех ресторанах. Все обработано, запечатано, чтобы никто не заразился ничем. Здоровья всем! Какие-то странные цены здесь, типа скидки. Ну, какая-то кофта 250-300 рублей. Юлька вон себе купальники нашла какие-то странные. Юля не нашла примерочную, поэтому сейчас придется делать так. Ой, красота какая! Ой, ну-ка повернись. Вот мы погуляли по терминалу 21. Мне кажется, это самый красивый торговый центр, который я видел в своей жизни. Правда, здесь каждый этаж под каждую страну. Но мы так быстро прошли, что ничего не поняли. Посмотрим видео и вспомним, как здесь было красиво и интересно. Алоха! Алоха! Такое такси мы поймали под названием гигантский тук-тук. Колбасит что-то прям так.